То есть КСТОВУ прославляла Советский Союз много-много десятилетий. Я очень надеюсь, что вторым дыханием КСТОВА будет прославлять нашу страну, только уже боевой раздел самбо и то, что производное из боевого раздела. То есть в данном случае, что мы проводим сегодня ММА, микс martial arts, смешанное боевое единоборство, это то же самое боевое самбо. Я очень надеюсь, что ксовчане пополнят ряды наших бойцов, перерастут нас, выйдут на международную арену, и мы будем все ими гордиться.